Жалкие людишки. Мы покажем вам нашу мощь. Скоро вы не сможете сопротивляться этой заражающей силе. Эй, wake up. Проснись. Ай-яй-яй. Вылез из одной дыры и попал в другую. Не хочешь объяснить мне, что здесь происходит? Американец. А тебя-то что занесло сюда? Да полегче, кто бы ты там ни был. Меня зовут Леон, я ищу эту девочку. Не видел ее? Ты что, коп или что? Хотя нет, на копа ты не похож. Возможно. Попробую угадать. Она дочь президента. Неплохо для догадки. Может, объяснишь мне, что к чему? Психическое воздействие. Шучу, амиго. Я слышал, как жители деревни говорили в церкви о дочери президента. А ты кто такой? Я Луис Эррера. В Мадриде был копом. Ну а сейчас я, похоже, ни на что негодный человек. Вот так-то. А почему бросил? Да ну ее, эту службу. Ты каждый день рискуешь своей жизнью, но никто этого не ценит. Надоело это все дерьмо. Я тоже был копом. Правда, всего лишь один день. А я думал, хуже меня никого нет. С первого же дня меня угораздило влезть в инцидент, произошедший в Раккун-Сити. Это тот инцидент с вирусной лабораторией? Кажется, я видел один образец вируса в лаборатории. Ты мой аматар. Сделай же что-нибудь, коп, после тебя. Сейчас. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Вот так-то, чужак. А у меня есть кое-что такое, что может тебя заинтересовать. Got a selection of good things on sale.
What are you buying? Is that all? Thank you. Is that all, stranger? Is that all, stranger? Thank you. What are you buying? What are you selling? Is that all? Thank you. What are you buying? Is that all? Thank you. Is that all? Is that all? Thank you.
Hay un rumor de un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón. Es un hombre. Мы с тобой одной крови. Тем не менее, ты аутсайдер. Так что учти, если нам станет неприятно тебя видеть, последствия будут для тебя соответствующими. Чего? Одной крови?